Здравствуйте, друзья! И сегодня я в гостях у мамы и хочу вам показать грозди винограда. Виноград сорта Алёшечкин. Это всего лишь второгодний кустик. Представляете, друзья, посмотрите, какая красота. Уже такие крупные ягодки с моей рукой. У мамы сделана специально виноградная теплица, пока здесь растут еще и помидорчики. Но скоро будут расти один виноград. Вот. Такая красота. Еще есть виноград Зариф. Сейчас я вам его покажу. Он тоже на плодах, но он уже третий год растет. Виноград в нашем регионе растет лучше всего в теплицах, но некоторые люди садят его и в открытом грунте. Однако у меня в теплице даже сорт Изабелла белая, к сожалению, очень поздно зреет, практически не вызревает. Ну, мы использовали его на вино, больно кислый виноград получается. Все-таки для нашего региона это, конечно, использование ультраранних сортов, потому что сумма активных температур для созревания этого винограда идет меньше. А у нас в нашем регионе, как я уже говорила, 1600-1700 градусов Цельсия температура, сумма активных температур. И это очень небольшой показатель. Пробуйте. Всем удачи, пока!